Доброе утро. Помыла голову, пока себя не показывала. Решила утром разбирать комментарии, потому что давно этим не занималась. Да, ноутбук, кстати, тоже почистить будет. Ну, в принципе, кто захочет, может увидеть свой комментарий. Я где-то здесь вот отвечаю, где-то просто просматриваю, где-то сердечко, где-то и так далее. Если где-то не ответила, значит, либо не увидела, либо не посчитала нужным. Уже 3, по-моему, человек забанила. Я честно об этом говорю. Поэтому кто не сможет, увы, написать, тот не сможет. Потому что, ребята, я считаю, что одно дело писать, ну, как бы, какую-то критику, да, даже в, скажем так, в матерном произношении, а другое дело, когда вот реально очень перегибать палку. Поэтому такое я, конечно же, буду удалять. Я считаю, что я имею на это право, и каждый блогер на это, наверное, имеет право. Потом я вам покажу, даже не потом, наверное, сейчас я вам найду этот канал, где я занимаюсь вокалом, так сказать. Сейчас покажу. Вот так называется этот канал. Александра Стройцева, онлайн-школа по вокалу. Как звезды поют живую, как петь, как Гагарин. Тут даже есть как петь, как Ани Лорак. Как Тина Карли я смотрела. Как Лобода. Вот, например, как Ани Лорак. Она очень доступно объясняет. Это очень классно, я считаю. Что она делает? Она открывает рот. Очень широко находит купол. Как хочу кричать, что это значит... Всем привет, я Саша. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы будем с вами вместе разбирать вот такой очень классный канал Ани Лорак. У нее сколько уже? 47 тысяч подписчиков. Поэтому, кто хочет научиться или кто хочет как-то хотя бы потренироваться, попытаться, попробовать. Тут есть у нее каверы разные, музыкальная барахолка, звезды поют живую, распевка для голоса, кстати. Очень классная штука. Поэтому, кто хочет, переходите и подписывайтесь на ее канал. Это не пиар, это просто говорю, что я по этому каналу пытаюсь, что-то пробую. Не все получается, но надеюсь, дальше будет лучше. Все, ребята, пошла сушить голову, собираться. Кстати, еще хотела сказать, за фен безумно классно, очень быстро сушит голову, особенно когда нужно куда-то бежать. Поэтому спасибо большое еще раз зрительнице из Финляндии. У нас на улице классная, солнечная, яркая погода. Правда, видите, листья уже начинают желтеть, ну, потому что осень, потому что выгорают. Но тем не менее, в темнечке еще можно спрятаться. Сегодня дело уже повыше, надо привыкать не к балеткам, а хотя бы платформе, потому что, ну, да, куда те балетки? Я ничего не вижу. Вроде снимает, видите, когда солнце, оно все-таки ослепляет глаза. Писала видео с фронталки, что там у меня вылетает. Здесь все ходят в вышиванках. Сегодня у нас День независимости Украины. Сейчас посмотрим, как празднуют. Может быть, на градике покатаемся с вами. Там именно они будут переходить. Там что-то... Какие-то диджейки лежат, чешу. Там вдалеке. Выставка кошек, кстати, будет. Надо будет, может быть, сходить. Видите? Выставка котов. Музыка играет. Это уже хорошо. Такое праздничное настроение. I love Ukraine. Видите, здесь ходят. Это через где-то, даже меньше месяца, через несколько недель будет День города. Я созванивалась с мамой, она мне говорила о том, что в Кривом газеты раздают, газеты нам не надо. В Кривом Роге сейчас тоже происходит празднование в каждом парке. Это, в принципе, как и по всей Украине. Сегодня, кстати, выходной у всех. Почти у всех. Поэтому люди отдыхают. Хочу заметить, что здесь на набережной всегда много людей. Отдыхающих людей, выходной тот день, будний, праздничный, не праздничный, все равно людей
достаточно много. Ну, кто-то уже, у кого-то авария произошла. Такую песню классную слышала, поет Успенская, Настя Каменская. Называется «Ты же не забыл», ребята. Послушайте, кто хочет. Могу даже немножко напеть. Ты же не забыл, ты не забыл, как тогда меня ты любил. Очень классно. Посмотрим. Не знаю, пойдем ли мы с вами до шара, потому что очень-очень жарко. А вот если на кораблике, то другое дело. Все нарядные, красивые. Думаю, можно много людей встретить в вышиванках. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. Cause I'm the winner, yes. Am I awake or am I dreaming? So far gone, pushing me up to the top. I saw the clouds looking angry, but then the sky reached my mind. And when I space out, I see the possibilities unfolding the way that I want. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how we love should feel, knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be free. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to.
Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from, was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel, when I know that it's not about you, just me. Набережная, она дальше не шла. Там концерты стандартные, как во всех городах. Я все-таки сделала татуировку, она еще не закончена. Надо будет прийти стереть вот этот толстый слой и помазать маслом. Я потом хочу немножко позже, вот иду уже возле Массити, немножко позже нарисовать махенди. Мне кажется, она красивее будет. Ну, просто была очередь, я уже давайте быстрее. Быстрее. Теперь сушится. Она сказала 20 минут высохнуть, потом стереть эту большую кожицу. Вот 35-й. И дома прийти намазать маслом, для того, чтобы дольше держалось. Уж зайду в Массити, что-нибудь куплю себе и поеду домой.